как же все-таки хорошо в нашем парке. Красиво, тихо, птички поют. Да, жаль только, что так далеко от дома. Мам, что-то мне жарко стало. Ну ничего страшного, присядь на скамеечку и отдохни. О, смотрите, мороженое продают. Здорово! Давно уже пора охладиться чем-нибудь вкусненьким и холодненьким. Ах ты мой хитруля! Ладно, давайте купим. Какой здесь большой выбор? Стивен, ты какое будешь? Я клубничное. Так, а я? Надо подумать. Может, шоколадное? Нет, его я ел на прошлой неделе. А это что за буква такая большая? В нашем районе таких нет. Да, его и возьму. Тут какой-то вход под землю. Пойду посмотрю, пока мама с папой мороженое выбирают. Ух ты! Никогда не видел, чтобы лестница ездила. Это ж каким лентяем надо быть. Но все равно интересно. Расскажу, никто не поверит. И почему мне мама не рассказывала про такую лестницу? Ой-ой-ой-ой-ой! Плохие ступеньки, из-за вас я упал! А? Ничего себе! Да тут же целый подземный мир! Поезд? Что он здесь делает? Малыш, а ты чего здесь один? Потерялся, что ли? А чё ты сразу потерялся? Вот и мой поезд приехал. Сейчас меня мама встретит. Ага, ну так заходи скорей, а то не успеешь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Свекольники. Ну вот, из-за этого дяде пришлось в вагон зайти. Ну ничего, сейчас чуть-чуть проеду, и к маме с папой вернусь. Ничего себе, как он быстро едет! Станция «Свекольники». Конечная. Просьба покинуть вагоны. Конечная? Как-то здесь жутковато. Интересно, а поезд еще будет? Ой. Так-так-так. И что же это делает поросенок один в таком месте без родителей? Я просто никогда под землей на поезде не ездил. Вот и спустился вниз по ступенькам. А маму и папу, наверное, зовут Джонни и Глория, да? Да, откуда вы знаете? Ну, наконец-то ты нашелся, малыш! Мы тебя уже целых 2 часа ищем. Пойдем скорей, мама с папой за тебя жутко переживают. Правда? Конечно! Пойдемте! А я сейчас с мамой и папой мороженое буду есть. Хотите? И вас угостим. Мороженое я люблю. Так вот сядешь в жаркий летний день, съешь одно шоколадное на палочке, и прям хорошо становится. Прохладно. Ага.